Внимание! Вооружены, но не опасные. В областном центре впервые прошли соревнования на Кубок Сахалинской области по практической стрельбе. Все участники – действующие члены одноименной федерации. В принципе, оружие – это моя жизнь, можно сказать так. Потому что, ну, это стиль жизни, имидж. Потому что, когда стоит только к нему прикоснуться один раз, ну, грубо говоря, у него своя аура есть, и ты после него уже не можешь от него отказаться и всегда с ним. Участникам предстояло пройти 3 обязательных упражнения на поражение целей, а в конце был бонус – стрелки вышли на дуэль. Этот этап уже не влиял на расстановку сил и подсчет очков. Главным судьей на соревнованиях стал Рамазан Мубараков. В этом году наш земляк стал чемпионом мира. Были стрелки, которые в прошлом сезоне показывали хорошие результаты. Есть и новички, поэтому фавориты, конечно, есть. Кто больше занимается, это как в любом деле, надо тренироваться. Самым быстрым и метким на дебютных соревнованиях стал Павел Монзарев. Сергей Хе взял серебро. Третье место досталось Евгению Чайченко. В стандартном классе победу праздновал Дмитрий Пан. В классе помповых ружей лучшим стал Кирилл.